Ирина, добрый вечер. Планирую веселый танец с папой. Подскажите, пожалуйста, насколько это будет уместно на классической свадьбе? Как я понимаю, такие флешмобы с женихом уже не в тренде. Ну, это не в тренде, но, слушайте, это ваша свадьба, и вам решать на самом деле, какой танец делать. То есть, если против чехлов и бутылок и оборванных бокалов я категорически могу сказать, нет, ни в коем случае это не делайте, то в случае с танцем это абсолютно ваш танец, это ваш выбор, это ваше решение, можете делать как угодно и как хотите. И здесь не обязательно подвязываться под какую-то тематику и так далее. Это может быть совершенно классическая свадьба, вы можете полностью разбить все стереотипы и станцевать какой-нибудь там вуги-вуги, да, и в этом не будет ничего страшного абсолютно, потому что это ваше решение, потому что вы так захотели, потому что вы хотите тем самым открыть блок, какой-нибудь веселый блок танцевальный, чтобы гости повеселились, классно провели время и, посмотрев на вас с вашим папой, решили, что, слушай, это круто, можно же, оказывается, не обязательно здесь с бокальчиком шампанского в длинном платье там переминаться с ноги на ногу, а можно что-то повеселее, в общем-то, станцевать. Так что пусть вас это не смущает, если у вас папа активный, если у вас папа готов на это, ну круто, обязательно сделайте это, здорово. Главное, чтобы все получилось.